Сегодня 31 декабря 2023 года, последний день уходящего года. Время сейчас 15:16. Температура где-то плюс 5. В прошлом году, год назад, 31 декабря 2022 года, погода была вот примерно такая же, не очень облачно. Кстати, там вот солнце уже садится. Но в прошлом году температура начала к новогодней ночи увеличиваться. И 1 января уже этого года, 23-го, нового, тогда, вот, она стала плюс 14. Вот. Сегодня 31 декабря, дождик был. Температура такая более-менее постоянная. И завтра она, как говорят, обещает такой же остаться. Но потом какой-то северный ветер найдет, северный атмосферный фронт арктический. Вот, и температура уже будет минусовая. То есть январь нам прогнозируют холодные, а где-то в Москве и в Питере там от минус 20 там до минус 30. В Калининграде, наверное, будет не так холодно, но и холодно. Заход солнца сегодня у нас в 16:21 минуту. Это вот чуть больше, чем через час. В прошлом году он был в 16:24. Я там посмотрел по таблице. Вот, то есть вот каждый год и каждый день они как не совпадают по заходу и восходу, но примерно длина дня такая остается примерно одинаковая. Это тоже надо будет как-нибудь сравнить. Вот. Я сейчас стою так на пустыре, рядом с двором. Вот. Ну, ландшафт заснять, как оно есть. Тут почему я сюда зашел, тут зелени. Ну, много деревьев, поэтому можно по состоянию деревьев определить, так сказать, время года. Снег у нас в этом году выпадал, таял. В прошлом году не было такого снегопада в раннее время. В этом году вот так вот. Такие вот прелести у нас погодные. Травка, как всегда, как новенькая, зеленая. После снега она у нас, наверное, не увядает никогда. Вот. Люди суетятся, много людей. Сейчас я пойду в сторону рынка. Там, может, немножко засниму. Так, ну пройдусь вот так вот через этот новый помоечный ряд. Тут построили такую европомойку, вот такую вот, которую обещали построить под навесом. Это тоже осталось разделение, но там полный бардак. Вот она какая. Вчера, кстати, мусора тут была навалена гора, но еле убрали тут. Ребята убирали где-то минут 40. Было в запущенном состоянии. Вот, ну. Так что я не снимаю там новогодний Калининград. В этом году я мало ходил осенью в центр города. По погодным условиям там, по другим причинам. Вот, ну вот последний день года решил заснять, увековечить его более-менее подробно. Вот, сейчас выйду на улицу Киевскую, там пройдусь немного. Вот, и закончу, так сказать, съемку. Киевская улица. Тоже снега нет, но дождь сегодня тоже шел. Вчера дождь шел, ночью дождь шел. Ну, снег весь, который был, уже давно смыло. Несколько дней назад.
даже может неделю назад. Ну вот, и погода такая сегодня ровная, а дождей было много в последнее время. Облачность была низкая, темно было, в общем, дни такие мрачноватые были, сыроватые или просто, надо сказать, мокрые. Так, возле рынка пока еще суета. Вот. Но я тут, наверное, долго сейчас ходить не буду. Вот. Людей смущать своими видеосъемками. Ну а завтра постараюсь заснять день, какой он будет завтра, 1 января.